На Тихоокеанском флоте проводится плановая ревакцинация военнослужащих и гражданского персонала воинских частей от коронавирусной инфекции. Ревакцинацию проходят военнослужащие, которые ранее прошли полный курс прививок препаратом Гамковитвак, известным как «Спутник Ви». Повторную прививку в первую очередь делают военные медики и военнослужащие дежурных смен, экипажей боевых кораблей и самолетов. Перед повторной вакцинацией каждый военнослужащий и гражданский служащий дает добровольное согласие. После прививок медицинские специалисты смотрят за состоянием здоровья ревакцинированных. За время наблюдений на флоте отклонений от нормы не выявлено. Олег Завьялов, Екатерина Зверева, Настасья Лихман. Новости на Восьмом.